стрижку час пик, напивается хмурый народ. За окошками осень то желтым, то красным мигает. Несъедобные райские яблочки всем предлагает дядя Митя блаженный, что возле вокзала живет. Он не требует денег, не просит взамен ничего, улыбается глупо и шамкает: «Вкусно, возьмите!» Но никто не поднимет глаза на блаженного Митю. Да и кто его знает, что там на уме у него? Дурачок, дурачок, октябрятский значок на шапчонке, а сверху прореха, жизнь его на краю, но под Богом в раю. А нам ехать, ехать, ехать. Дядя Митя идет по вагончикам, как по воде, и учтиво склоняется: «Куфайте, куфайте, вкуфно!» На кургузом пальтишке болтается пуговка грустно, и небесная манна искрится в его бороде. Наше время час пик, бесконечный безумный час пик. Если век не приемлет не только святое юродство, вместе с ним благодарность, отзывчивость и благородство, то конечная станция этой поездки тупик. Дурачок, дурачок, все ему пустячок. Наша суетность, шорох орехов, он идет по меже, он приехал уже, а нам ехать.